очень туго гнется, очень твердая штука. Вот. Очень тяжело разъебается. Вот моя, которой я пользуюсь сейчас, она гнется вообще в любые стороны, она тонкая. Но эту я покупал за 4 бакса, а это, по-моему, за 2. Но качество у Орика, оно вообще, ну, классное. Она, я думаю, не только телефон выдержит, а и видеокамеру настоящую крупную. Получается, откручиваем, вот так откручивается, настраивается на толщину любую, здесь прорезиненные площадки такие, вот, устанавливаем, допустим, на стол и затягиваем вот этой штукой, все, намертво присоединено, и далее крутим как нам надо, управляем. Щелкнули. Вот, и сюда можно закрепить телефон, планшет, что угодно. Давайте мы закрепим сейчас коробочку. Вот. Коробочка у нас маловато. Давайте подопытного возьмем планшет. Крепится крепко, легко. Вот. И давайте посмотрим. Вот так эта конструкция выглядит. Очень туго крепится и намертво. То есть, и если пружинит, то легко остановить. Допустим, вот эту вот, которая у меня, моя старая, вот я пользуюсь ей. Вот, я с нее несколько видео снимал, возможно, видно там такое приближение, отдаление идет. Вот, теперь у меня не будет вот этих мигалок, будет жестко, видите, она сразу остановилась. Отлично вообще. Вот крепление. Вот это регулируется крутилкой. Ну, надо выровнять. Вот, и теперь можно откручивать. Бомбовая штука вот эта вот. Ну, кабеля все отличные, да? То есть этот плетеный такой. Этот распаковывать не буду. Он у нас уже был в обзоре. Ugreen Type-C. Точнее, не Type-C, microSD, вот и G-кабель microUSB. Вот, распаковывать его не буду. Вот, этот плетеный хороший кабель, то microUSB. Вот, ну и самое классное, что пришло с JD, это 3.99 я брал. Вот, офигенный вообще. Такой жесткий, классный, буду пользоваться им с удовольствием. И выглядит так, ну, именно качественная вещь выглядит. Класс, могу советовать смело вообще. По сравнению с вот этим, ну то есть вот это фуфло вообще по сравнению с этим. Хотя я и этим пользовался и не жаловался, вот, пока этот не пришел. Ну классный вообще. Вот, особенно нравится, что он, его не так легко согнуть, и он остается в той позиции, которую ты согнул. А этот пружинит, сгибается от телефона, то есть он легко очень сгибается. Вот, сейчас покажу. Вот, как его согни в любую позицию за 3 секунды, вот. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!